Мурманске плюс 18, в Архангельске до 14, тепла в Вологде плюс 25, Петрозаводске 12, осадки в Сыктывкаре плюс 17, дожди. В Грозном и Листе плюс 26, Махачкале до 22 градусов, во Владикавказе плюс 21 и сильные осадки. В Петербурге ночью плюс 13, завтра днем до 19, тепла без осадков, сейчас в городе на Неве плюс 17, малооблачно, атмосферное давление 759 миллиметров. В Москве этой ночью 12-14 градусов, завтра днем до 25 тепла. Сейчас столица плюс 20, ясно, атмосферное давление 746 миллиметров, магнитное поле Земли завтра будет возмущенным. Наш выпуск завершен. Ирина Хоточкина, Радио России.